Вау, это супер современный, да? Такой большой, как мы там видели на выставке. Супер современный. Тебе нравится? Да, у него двух колес. У него два колеса, там одно. Ага. Смотри, вот еще трехколесный, Антон. Вау, ничего себе моделька. Прям с твой рост. Вау, бульдозер. Слушай, бульдозер то, что надо, да? Еще модель. Классно. Еще модель. Мам, Бульдозер. еще модель. Вау. А если вам зеленый трактор, сейчас вам самолет. Еще модель. Две. Еще модель. Да. Это полуоткрытый, смотри, кабина полуоткрыта. Видишь, все проветривается, только навес. Видишь, есть только навес. Тракториста закрывает навес, а стекол нету, открытая кабина. Да. А здесь есть стекла. Да. Давай пойдем дальше. Тут вам их много. Да, пойдем дальше смотреть. Вот там даже и зеленый. Да, я же говорю, трехколесный зеленый. Ты видел трехколесный да. зеленый? Эти только вам зеленый вам сам. Трактора помещаются вам в самолет. Антоша, вставай. Что вам посидеть? Антоша. Хочу посидеть. Пошли вон возле модельки сфоткаешься. Как дети сфоткаются. Сейчас, подожди. Сейчас дети сфоткаются и ты. Покажи. Тут есть, а ты знаешь? О, смотри, какой трактор. Как в этом, помнишь, человечке? Такой мы смотрим американский мультик. Помнишь? Про железного человечка. И он тоже сидит тут. Ничего себе. Про железный трактор. Вот тут даже какой-то гоночный автомобиль. Смотри, и в тоннеле такой вот электричка. Видишь, как в Дубае да. такая похожая. И какой-то, смотри, дирижабль. Посмотри. И бульдозер. Ничего себе здесь. И бульдозер, да? Да. Какие-то сувениры кто-то привозил, наверное, на экскурсии. Это подарки, наверное, тракторному заводу кто-то привозил. А посмотри, какой он. Трактор, да. Железный. Ого, и блюда какие-то. Да, и кубок золотой даже какой-то. Супер подарки какие-то красивые. Ого, в аэропорту, да? Куда-то их будут переправлять. Все зеленые. Да. Видишь, вон еще трактора стоят. Будут грузовым транспортом, грузовым самолетом. Они черные. Да, их куда-то будут отправлять. И тут черненький один. Ну да, их куда-то будут отправлять в другую страну. А вот посмотри на квадроциклы. Трактора-квадроциклы. И посмотри, холодные игры называются. Биатлон, да? Тракторный биатлон. Ого, посмотри, через вязанку дров, как он скачет лихо. Ничего себе. Ну, пойдем. Смотри. Ого, ничего себе, какой огромный. Нет, он просто грязный. А посмотри, вон в снегу какой трактор. Посмотри на фотографию. Ты видишь? Вот еще трактор. Ага.
Посмотри, какой замороженный. Вы не видишь, какой? Тут еще есть. Да. Тут еще есть. Да, я вижу. Ну, давай посмотрим. Ага, смотри, в тропическом лесу работает наш трактор, да? И вон есть, смотри, тоже с навесом такой, как мы видели модель. Куда кабины нет, а навес для водителя есть. Посмотрите, Антон, какой еще есть трактор. Антоника, Антоника, что ты делаешь? Иди сюда. Вот, посмотри, какой плуг, какой огромный у него зеленый. Только аккуратно, там может острое что-нибудь быть. Даже колеса. Ты видишь, как классно? И щеточка тут даже есть. Видишь так? Мам. Видишь? Даже... Кто? Это книга, не надо, не трогай, сынок. Ну что, пойдем? Ну классно, да. Плуг называется, это плуг. Антон, видишь, какой раньше был старый тракторный завод? Мама! Да, который был раньше давно. Вау. О, смотри, Антош, какой самолет. Антоша, смотри, это разрушенный после войны завод. Антош, иди сюда. Это разрушенный после войны, его восстанавливали после войны, когда после Второй мировой войны. Ты понял? Видишь, какие? Антош, ты что, распечатываешь трактор свой? Модельку. Подними, пожалуйста. Нет, носи сам. У меня много и так все. Поноси сам. Да, завод после войны. Антош, смотри, модель трактора. Иди сюда. Смотри, видишь, на гусечной основе МТЗ. Да. Вот такой железный. Антош, не трогай, не трогай.